Вот примерно такое название. Я специально не диктую, как в первом классе. Вы сами должны формулировать для краткости, как это записывать. А те, которые приобретут этот фильм, они могут останавливаться на паузе и записывать. Конечно, вот окружающий нас мир поразительно гармоничен. Все в нем взаимосвязано и не зависит от наших представлений об этом мире. Созданы какие-то биологические цепочки, пищевые цепочки. В нем нету, в этом реальном мире, надуманных страхов. Там есть, ну, реальные страхи. Те страхи, которые существуют. Кто-то боится тонкого льда, кто-то боится более сильного зверушку. И вот мы же с вами своим внутренним миром искажаем вот эту реальность, восприятие этой реальности. И надумываем страхи, фобии. И отсюда у нас происходят некоторые невротические реакции, соматические реакции, которых мы боимся. Наше плохое самочувствие, которое зависит не от органических проблем, а от наших мыслей, от нашего восприятия, от нашей дисгармонии, нашего внутреннего мира и этой реальности.